Мы пробовали ремейки, сиквелы, приквелы, кроссоверы, ничего не работает. Мы погибаем. Мы должны придумать способ оторвать молодое поколение от телефонов и вернуть их в кинотеатры. Что если сделать экраны в кинотеатрах вертикальными? Но это расходы на инфраструктуру. Может, пусть актеры сами снимают фильмы на свои айфоны? Профсоюз поднимет хай, но мне нравится. Что если вместо одного фильма, который длится 3 часа, слишком долго, показывать один за другим 180 фильмов по 60 секунд каждый? Да, мне нравится. Веганский попкорн. Веганский попкорн? Разве попкорн изначально не веганский? Сделаем его еще веганнее и повесим об этом табличку. У нас было 2D. У нас было 3D. Да. А как насчет еще одного фильма Марвел? Я надеялся, что ты это скажешь. Но есть способ еще проще. О чем это ты? Что если просто менять название? Менять название? Мы прошерстили YouTube, Instagram и TikTok на эту тему. Мы просто переименуем фильмы. Забудьте про побег из Шоушенка. Это запутывает. Никто не знает, что такое Шоушенк. Да, как насчет «Невиновный человек бежит из тюрьмы»? Шок. Да. Или «Бухгалтер одурачил офицера полиции». Хорошо. Или мой любимый вариант. Посмотрите, как этот парень прополз 2 мили через какашки. Господи боже, что вы скорее посмотрите? Аквамен или человек задерживает дыхание под водой на безумно долгое время? Второе. Вы скорее посмотрите убить Билла или злобная баба никак не угомонится? Второе. Оппенгеймер превращается в «этот ученый-задрот чертовски сексуален». Гораздо лучше. А пила превращается в «эта маленькая техническая хитрость спасет вашу жизнь». Да. А вместо «Рокки 8» будет «Рокки против Крида. Полный бой HD». Ссылка в описании. Это нас спасет. А пока мы всего этого ждем, я хочу, чтобы вы подняли цены на билеты в кино, подняли цены на попкорн и увеличили количество рекламы перед фильмом. Есть, сэр. И молодежь повалит к нам толпами. Дум-да. Ирландское трио Foil Arms and Hawk перевел и озвучил, как всегда, доктор Лемон. Подписывайтесь на канал, если еще не, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддержит меня донатами, особенно Хино Джей Симпсон. Всем добра и хорошего настроения. Дум-да.